В конце 80-х, в период государственной перестройки, начали открываться ворота для проповеди Евангелия. В 1992 году епископы Виктор Белых и Иван Федотов, лидеры нерегистрированного братства, дали обещание перед Господом вместе трудиться для единства церкви ХВЕ. 1-2 августа 1992 года в городе Москве состоялся первый съезд церкви ХВЕ. На нем выработали название Союза «Объединенная Церковь Христиан Веры Евангельской». Начальствующим епископом ОЦХВЕ был избран Виктор Иванович Белых, заместителем епископ Иван Петрович Федотов. В 2001 году начальствующим епископом ОЦХВЕ избран Иван Петрович Федотов, заместителем епископ Владимир Григорьевич Мурашкин.